Вечерняя тренировка среды началась для Днепра кратким анализом матча с Лехией. Главный тренер Мирон Маркевич обратил внимание подопечных на действия при потере мяча. «Хочется пройти Олимпиакос», — сказал тренер, — «а для этого нужно кое-что подправить». По всей видимости, в соответствии с этой необходимостью и было выбрано содержание тренировки. После разминки игроки выполняли упражнения на держание мяча с различными заданиями. Казалось бы, все это простые действия, но смысл их в моделировании игры. Отбирающим мяч нужно плотно накрывать соперников, а тем осваивать свободное пространство для контроля мяча и развития предполагаемой атаки. И, конечно, становившийся все более жестким временной цейтнот заставлял игроков быстрее думать и принимать решения. На мысль и обращал внимание днепрян, проводивший упражнения, старший тренер Александр Иванов. А когда в тренировку были вовлечены ворота, футболисты, как они сами любят говорить, затравились. За нейтральный мяч боролись сначала по одному, затем по два и по три игрока каждой команды. Целью было забить гол. И в этом особенно преуспел участвовавший в тренировке Владимир Езерский. Он был точен во всех трех своих ударах, чем вызвал одобрительные возгласы коллег-тренеров. Пришлось показать и згадать молодость, чтобы показать, що потрібно над собою працювати, і ті гравці, які виходять на тренування чи на футбольне поле, вони повинні з повною відповідальністю відноситися до тренування. Це збор, є травми, різні моменти, і люди просто випадають, і тому потрібно деколи замінити, щоб інтенсивність тренування не падала. А ще тренер то ли в шутку, то ли всерйоз добавив, що хотів доказати, Дніпро образця 2004 року не слабее нинішнього. І замітив, що його подопічним не можна розслаблятися і відноситися до справи спустя рукава. Він може в будь-який момент возобновити кар'єру і витіснити когось із составу. Завершил же тренировку матч на полполя. Состоял он из нескольких отрезков, во время которых опять-таки варьировалось количество допустимых касаний, но счет велся общий. Синие повели после точного удара Романа Зазули, на что целым хет-триком ответил Никола Калинич. Но оранжевым не было суждено удержать победу. Тот же Зазуля сократил разрыв в счете до минимума, а ближе к концу равновесие восстановил Евгений Коноплянко. Завтра Днепру предстоит контрольный матч. Наша команда встретится с корейским клубом «Сувон Самсунг». Начало игры в 17:00 по киевскому времени, и ее прямую трансляцию мы, как всегда, предложим вашему вниманию.